Всем привет, меня зовут Андрей, я из Воронежа. Вешу я где-то 210-215, но моя мечта — хотя бы похудеть до 100-120. Я столкнулся с трудностями в поездке даже на ту же работу. Все на меня смотрят, бывает ехидно, бывает улыбаются. Чем больше буду уделять время работе и себе, тем меньше я буду есть и тем больше я буду худеть. Мы в силах тебе помочь. Я решил открыть сбор средств на твое похудание. Ты понимаешь, что это твой второй шаг к твоей мечте? Да, я, конечно, это понимаю. Но ты должен самое главное понимать до того, как мы туда зайдем, что все на самом деле зависит только от тебя. Этот человек тебе может помочь, но реально в целом все зависит только от тебя. Я это прекрасно понимаю. Ну, заходи тогда, да. Здравствуйте, присаживайтесь. Так, вас Андрей зовут, да? Я уже заочно с вами познакомилась. Привел Андрея. Как видите, собственно, у него есть небольшой недуг. Это лишний вес. Вот, поэтому вы как профессионал, скажите, что, с чего начать и как вообще с этим бороться? Андрей, сколько вам лет? Давайте начнем с этого. 26. 26 лет. С какого возраста вы заметили повышение массы тела? Где-то со второго, с третьего класса, это лет 10-15. А в 18 лет какой у вас был вес? Где-то 150, да. 150. Если перед вами поставить много-много еды, картошки, бургеры и так далее, вы сможете остановиться или все съедите? Конечно, могу остановиться. То есть вы чувствуете насыщение? Да. А через какое время у вас опять чувство голода возникает? Через часа 2-3. То есть получается, у вас в день по очень много таких вот калорийных приемов пищи, правильно? Ну, не то чтобы калорийных, бывает разные абсолютно приемы пищи. Бывает, что ем овощи обычные, то есть на пару. Бывает, что и жирное ем, то есть не обязательно что. А ночью едите? Ну, если прям сильно захотелось, то могу там какую-нибудь, не знаю, яичницу сделать. А как сами чувствуете? Есть такой момент, что грустно и поесть от грусти? Нет. То есть вот такое психологическое? Нет, психологического ничего нету. Это... Вот это было, наверное, когда только умер отец. Вот в этот период только было. Угу. А сколько лет уже вы не чувствуете психологической зависимости от еды? Ну, наверное, года 2-3. Вы сами справились с этим? Да. Вы поняли, что у вас было психологическое переедание и перестали, да? Да. Хорошо. Так, ну давайте тогда еще я спрошу вас о ваших родителях. Какой вес у родителей? У папы был, у бабушек, дедушек? Полная, папа... Полная — это какой вес? Честно не скажу, так, ну, на скидку. Полная. Наверное, 100 кг максимум. А братья и сестры у вас есть? Сестра есть, она очень худая. Примерно вашего телосложения. Понятно, а папа был? Папа высокий, длинный. Угу. Сейчас у вас вес какой? Сейчас мы где-то 220. 220. А рост? Рост 1,88 м. Хорошо, ну давайте я вас посмотрю. Вставайте, снимайте, пожалуйста, верх. Кофточку снимаем. А вот эти растяжки у вас вот тут вот замечали у себя? Да, и вот здесь есть еще. Как они у вас, давно? Ну, наверное, вот как раз с 18 лет где-то примерно. Ага, спинка повернитесь. А ноги отекают у вас? Да.
онемение в ногах чувствуете? Нет. А бывает такое, что на ногах какая-то ссадина, царапина, а вы не замечали ее, смотрите, что она есть, но вам не было больно. Так, хорошо, немножко подбородок опустить. Нет, наоборот, опустить. Угу. Гормоны щитовидной железы когда-нибудь обследовали, сдавали анализы такие? ТТГ, Т3, Т4? Угу. Помогли, мы померим окружность талии. Вы поддержите? Да, конечно. Вот я так скрепила 2 метра, 2 сантиметра точнее. Вот здесь держите. И я пошла гулять. Так. У нас получается 159. Вам тяжело лежать? Там, в таком положении. Вы дома спите с приподнятой головой? Ну да. А просыпались когда-то от нехватки воздуха? Нет. А девушка вот вам не говорила о том, что вы останавливаете дыхание ночью? Нет. То есть я сейчас спрашиваю про синдром ночного апноэ. Бывает такое, что у тучных людей поджимается диафрагма, и это вызывает ночные остановки дыхания. Вы о таком не слышали? Хорошо. Андрюх, как лежится тебе? Да, сейчас нормально. Полежать. Так, это мы накладываем электроды. Что у нас распечатывается? У нас распечатываются результаты биоимпедансного анализа Андрея, которые нам показывают, что у него индекс массы тела 62,2 при норме до 25, о том, что жировая масса в килограммах 123,7 килограмма чистой жировой массы, да, при норме у мужчин там от 10 до 20. Мы получили то, что у вас крайняя степень ожирения. Чем это опасно? Это проблема уже не только эстетическая, а проблема вашего здоровья. Потому что такая большая масса жира в организме вызывает патологические изменения, то есть сбивки всех настроек организма. Нарушаются белковые, углеводные, жировой обмены, что в свою очередь приводит к сахарному диабету. Какова наша с вами будет тактика? Я назначаю вам достаточно внушительный спектр лабораторных и инструментальных исследований, которые позволят нам диагностировать причину вашего ожирения. Вы приходите ко мне с результатами этих анализов, с консультативными заключениями специалистов. И я назначаю вам коррекционное питание. Так, помимо этого, я выдаю вам пищевые дневники. Вы должны их очень подробно заполнять. Каждый день вы начинаете вести пищевой дневник. И на протяжении всей нашей с вами работы вы обязательно записываете очень подробно все, что вы едите. И мы будем смотреть на ваш комплаенс, то есть на приверженность к лечению. Не бросите ли вы все, не будет ли у вас срывов. И в принципе, вы молодой человек, у вас большая мотивация жить полноценной жизнью. Возможно, что вы справитесь и без хирургии. Мы будем делать для этого все. Так что я поняла. Да, я жду вас на следующий прием с готовыми анализами, обследованиями. Ваше сейчас спасение, одно из, это физическая нагрузка. Короче, Андрей, я сам лично буду следить вот за этой штукой, с тем, что ты ешь, сколько ты ходишь, потому что люди в тебя верят,
На самом деле, если почитать комментарии под прошлым роликом, все прямо за тебя топят, все за тебя болеют, чтобы ты наконец-то сбросил вес, поэтому просто не подводи людей, которые в тебя верят. Вот. Также, ребят, для тех, у кого проблема с лишним весом или там нужна какая-то консультация, можете прийти на прием к Веронике Александровне. Ссылочку на ее инстаграм я оставлю в описании. Любые вопросы, правильно же, да? Да, конечно. Любые вопросы и консультации можете получить здесь. И если вы давно хотели похудеть, время начать это делать прямо сейчас. Хорошо. Угу. Обязательно скачайте себе это приложение, оно элементарное, их очень много. Хорошо. Записать вам? Да, я... Ну, вам Александр поможет. Угу. Все, выходи. Вот. Спасибо. До свидания. Все, спасибо большое. Иди, дядя Вася. Когда давление повышается выше 180, вы принимаете препараты какие-нибудь? Скорая, экстренная помощь? Нет. А тебе было трудно худеть? Да, конечно. 25 килограмм вообще было тяжело. Потом у меня был срыв 2 недели. Сейчас я обратно залез на эту тему. Ну, чтобы улучшать качество жизни. Потому что дальше будет хуже. И все.